замечательный конкурс «Молодые ветра». Следующая группа к нам приехала из города... Симферополь. Город Симферополь, давайте поаплодируем. Ребята, это обладатели звания «Народный коллектив Республики Крым». Да. Они записали более 80 песен в разных танцевальных стилях, и в стиле блюз, и фанк, регги, рок-н-ролл, поп-рок. И продолжают удивлять и творить что-то новое, создавать что-то новое, и вносить определенный свой вклад в музыкальную культуру города Симферополя, Крыма вообще. Итак, ребята, группа Red Guitar Pick, красный гитар-организатор, город Симферополь! Под ваши аплодисменты! Красный!
Самый гитарный медиатор, дорогие друзья, город Симферополь.